В данном видеоролике я расскажу вам о пяти наших отличиях от конкурентов и пяти причинах работать с нами. Первая причина. Мы предоставляем бесплатную доставку вашего товара, вашего заказа до пункта отправки транспортной компании либо почты. Вторая причина. Ассортимент нашего сайта насчитывает более 8000 позиций, которые удовлетворит самый большой заказ оптовика. Третья причина. Отзывы и фотоотзывы наших постоянных клиентов убедят вас в правильном выборе поставщика. Четвертая причина. Дарим каталог к первому заказу бесплатно, дабы вы реализовали наш товар в кратчайшие сроки. Пятая причина. Высокая скорость работы от принятия до отправки заказа. Что касается предоплаты, почему мы ее берем? Если вы выбрали доставку Почты России, берется предоплата 1000 рублей. Остальную сумму вы оплачиваете при получении на Почте России. И транспортную компанию отправляем по полной предоплате, так как у транспортной компании нет функции наложенного платежа. И клиенты часто спрашивают, а какая гарантия, что меня не обманут после того, как я внесу предоплату? Для начала хочу сказать, что главная гарантия – это наш сайт. Проект, над которым мы работаем, вкладываем деньги, время и, соответственно, развиваем данный проект. Также, если вы найдете на нашем сайте раздел «Все новости», вы увидите, что почти ежедневно добавляются новинки. Новостная строка новостей постоянно обновляется. Также одной из гарантий вы можете найти в разделе «Контактная информация». Есть ссылка на абсолютно сторонний ресурс, где можно проверить регистрацию абсолютно любого сайта. Перейдя по этой ссылке, вы увидите, что наш сайт зарегистрирован с 2011 года. То есть уже понятно, что фирма не однодневка. Соответственно, нам уже можно доверять. Также можете прочесть более 100 положительных отзывов о нашей продукции от благодарных клиентов. На нашем сайте есть ссылка на отзывы. Так выглядит наша группа. Вот он, раздел с отзывами. Более 100 положительных отзывов оставлено, начинающих оставляться с 2013 года. Есть также фотоотзывы, как выглядит товар, каким образом приходит упакованная коробка и так далее.